Настало время. Мать-утка изучает местность перед очень важным событием. Убедившись, что все безопасно, спрыгивает вниз и кого-то зовет. Ее утята, которые недавно вылупились, отзываются, и теперь их разделяет пропасть высоты дерева. Птенцы не знают, что делать, летать они еще не умеют. А мать выбрала такое высокое место для гнезда, чтобы избежать нападений хищников. Им не остается ничего, кроме как довериться матери и ее голосу. Птенец едва достигает 50 грамм, и поэтому его приземление сравнительно мягкое. Удар смягчается с помощью лесной подстилки. Каждый из птенцов мандаринки проходит через этот обряд посвящения. И довольно успешно, по сравнению с гусятами, которые обитают на твердых скалах и тоже вынуждены прыгать за мамой. В закрепе ссылка на видос про них.